Десяточный, значит, замок. Если он у вас перестает открываться и снаружи, и снутри плохо открывается, тут, значит, повытирались железки. Значит, что сделать, как продлить ему жизнь? Значит, первое, расслабляете вот здесь, пропиливаете и отгибаете. Это первое, это открывание снаружи. Потом, значит, если внутри плохо открывается, рассверливаете вот здесь тягу. Дальше доходит. Это внутреннее открывание. Если это не помогает, значит, заходим вот сюда и стачиваем вот этот крюк. Когда вы его закрываете, у него остается чуть-чуть, чтобы открыть.